Так, ну расскажи вообще, коротко вообще, как ты попала на эту закрытую вечеринку? Она была очень закрытая, и конкретно для самых классных дизайнеров города Бреста. Недавно мы посетили отличную презентацию в салоне «Уровень» в городе Бресте, где рассказывались разные вещи очень интересные про фабрику «Лаймина Групп». На презентации нам рассказали непосредственно про саму фабрику. Это фабрика, которая была основана в 2008 году в Нижегородской области, недалеко от реки Лаймина. Фабрика специализируется на полной экологичности. Они делают обои на флизелиновой основе, у них есть свои собственные лаборатории, и химические, и колористические. Они не повторяют цвета орала, а разрабатывают свои цвета. Все это говорит о том, что качество их продукции очень и очень хорошее. О, они же даже этот получили, да, какой-то как это, знак? А, вон он, по-моему, да. А вы не знаете, в каком году они получили этот знак? Знак фабрики нет. Она, по-моему, говорила на презентации. Что ты говорил? Всемирный фонд дикой природы. О, а ты, кстати, помнишь, как они получили? А? Помнишь, как они получили? Ну, приехали, там что-то посмотрели, да? Ну да, они посмотрели, потом такие, типа, удивились, что так... Все очень-очень хорошо. Приехали потом вообще неожиданчиком, и результаты повторились. И только потом мы не им дали. И этот факт подтверждается тем, что это единственный производитель обоев в России, который получил знак ВВФ – Всемирного фонда дикой природы. На прошедшем семинаре нам также презентовали новые коллекции фабрики, рассказали о том, что они делают не только обои, но и декоративные панно, а еще и декоративные краски. Мы увидели новые коллекции обоев, которых еще не видел мир. Эти коллекции только-только повезут на выставку в Москве Мосбилд для посетителей. Одну из коллекций могу показать. Бренд Миласа – это бренд этой фабрики Лаймина. Коллекция «Полинезия», названа она в честь одноименных островов полинезийских. Это коллекция теплая, душевная, с атмосферой лета, отдыха. Тут есть различные красивые орнаменты, которые не оставят никого равнодушными. В различных цветовых сочетаниях. Тактильно очень приятные обои, с фактурой, прощупывается фактура рисунка. Есть фоны, конечно, для каждого орнамента. О, так вон еще ламина. То есть у них прям это вот старые. Есть ламина прям вот от ламина прям. А да. Есть Мелисса? Да, Миласа. Миласа. Да. И еще вон Миласа. И еще есть Луна. А, вот Луна это новая, я так понял, да? Да. Ничего себе, сколько у них каталогов. Совсем скоро все новые коллекции, каталоги с этими коллекциями привезут в салон «Уровень» на Гоголя 94, и вы воочию сможете прийти, полюбоваться и выбрать что-то интересное для себя. Всем пока! Пока!